Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Послушаем это евангельское начало в прочтении иродиакона отца Александра. «Речи Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать изванные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ин рабы глаголер цити званным, се обед мой уготовах, юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, придите на браки. Они же не брекше от Идоша, ов уба на село свое, ов же на купли своя, прочие же евши рабов его досадиши им и убиши их. И слышав царь той разгневася, и послав воя своя, погуби убийцы оны, и град их зажже. Тогда глагол рабом своим, брак у боготов есть, званий же не быше достойней. Идите уба на исходище путей, и лица хащи обрящите, призовите на браки. И шедши раби они на распутье, собраша всех и лица обретоша, злыши и добрых, и исполнися брак возлежащих. Вшед же царь видите и возлежащих, видит у человека необолченного одеяние брачное, и глаголы ему: «Друже, как овшел и сисема нимый одеяние брачно!» Он же умолча, тогда речет царь слугам, связавши ему руцы и нозе, возьмите его и верзите во тьму кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубом. Мнозе бо суть званий, мало же избранных. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Когда кто-либо имел желание устроить пир, к примеру, в честь брака своего сына, он заранее рассылал приглашение, но без указания точного дня и времени.
Когда же все было полностью готово, вестники повторно обходили и созывали всех ранее приглашенных. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет, что в этой притче под образом званных надо понимать народ иудейский, а под слугами царя – ветхозаветных пророков. Под истреблением убийцы, сожжением их города необходимо разуметь гибель иудейского народа и разрушение Иерусалима. Призвание на брачный пир всех, кто встретится, это призвание в Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда иудеи отвергли апостольскую проповедь. На брак в Царствие Божие призываются все, и добрые, и злые, ибо для вступления в него не нужна ни святость, ни заслуги. В него призываются не за дела, а по милосердию призывающего. Как мы видим, приглашение царя на пир было отвергнуто в грубой форме. Последствия этого отказа ужасны. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. И действительно, гибель постигла тех, кто отказался узнать Сына Божия, когда Он пришел в мир. Так, в 70-х годах город Иерусалим был разрушен до основания, а храм был разграблен и сожжен. И так как брачный пир готов, а званные не были достойны, то царь повелевает своим рабам: «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Приглашение Божие было послано людям, которые символизируют язычников, никогда не ожидавших столь милостивого приглашения на пир в Царство Божие. Но Господь ставит определенное условие пребывания на брачном пиру Его возлюбленного Сына – наличие брачной одежды. Борис Ильич Гладков замечает, как на царский пир восточных царей приглашенные могли войти не иначе, как в парадной одежде, предлагаемой им от царя, так и в Царство Небесное можно войти только с чистой душой, в светлом одеянии добра и Божьей правды. И как не пожелавшего надеть предложенную ему от царя одежду выгоняют из ярко освещенных палат царского пира за стены его двора, где изгнанного поражает внешняя тьма, и где он от ночного холода, стыда и досады скрежещет зубами, так и в Царство Небесное не будет допущен тот, кто свою грязную одежду души не сменит на одежду света. Завершая рассказ притчи, Спаситель замечает: «Ибо много званных, а мало избранных». И эти слова научают нас тому, что в Царство Христово призывается каждый, кто откликнется на проповедь Евангелия, но входят в это Царство лишь избранные. Ефимий Зигобен пишет: «Никто не должен полагаться на один только вход на брачный пир, то есть одну только веру во Христа, но, омывшись крещением, должно одеться также в брачную одежду, то есть быть украшенным и достойным будущего брачного пира. Одежда эта есть чистая и беспорочная жизнь, подобно одежде, сотканная из добродетелей». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что любовь, милосердие и благодать Божия являются не только даром, но и ответственностью. Именно поэтому, встретившись один раз в своей жизни лицом к лицу со Христом, мы уже не вправе продолжать жить так, как жили до этой встречи. Во время таинства крещения священник произносит слова, облачается раб Божий в ризу правды. И эта риза, одежда, символизирует чистоту, святость и добродетель, которую мы обязаны хранить всю нашу жизнь, дабы войти в открытые врата брачного пира Царства Божия. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови неси, Господи.